В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения классика белорусской литературы нашего земляка Ивана Шамякина. С 2006 года Мозырский педагогический университет носит имя знаменитого писателя. В честь него здесь проводятся шамякинские чтения. Это международная научная конференция, в год юбилейный и мероприятие особенное. Нынешнюю конференцию мы по праву можем назвать научным форумом. Почему? Потому что в оргкомитет поступило более 90 заявок от ученых, маститых ученых, молодых ученых, представителей педагогической общественности из России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Германии, Китая. По праву международный научный форум. Пленарное заседание у нас проходит в обычном режиме, но, к сожалению, по объективным причинам к нам не смогла приехать Татьяна Ивановна Шамякина, но отправила в адрес оргкомитета очень содержательное приветственное письмо, приветственный адрес с искренними воспоминаниями о жизни и деятельности своего отца, о том, что он, конечно, был в Мозыре, что прежде всего его интересовали вопросы становления, формирования молодого поколения. На этой конференции традиционно Иван Шамякин рассматривается как писатель, как многогранная личность, как журналист и общественный деятель. Биография, произведения, смысловая в них нагрузка, контекст, философия, языковые приемы, благодаря которым это один из популярнейших белорусских авторов. В Мозырском педагогическом Иваном Шамякиным не просто гордятся, здесь его любят и боготворят. Его и все то, что он создал. Мы отмечаем 100-годие с народжения классика нашей белорусской литературы, який зробив гонор не только нашему региону, бо он Поляшук так само, але и всей Беларуси. Книги Ивана Петровича Шамякина, до речи, поводле опытанняў школьников, являются самыми читабельными во всей Беларуси. Они перекладены на многие мовы інших народов свету. Иван Петрович Шамякин – уникальный письменник, потому что он являлся летописцем своего часу. Никто так подробязно про культуру, науку, освету, материальные набытки белорусов никто так не описал, как этот великий письменник. В Мозырском вузе столетия Шамякина решили отметить целым рядом мероприятий – конференции, форумы, литературные гостиные. Все во славу классика белорусской литературы. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».